только милостью Господа Баларама они могут быть, иметь какую-то духовную силу, какой-то духовный смысл. Это очень сокровенные вещи. Пасухим, которое превратилось в камень от вожделения, которым охвачены все живые существа, находящиеся соком вкусом, тех взаимоотношений, которые есть в духовном мире. Итак, Кришна Бхаванамрита Махакави. Здесь описывается одна из многочисленных лил Радхи Кришны, которая проходит во Вриндаване. Эта игра проходит утром, начинается утром в 10:48 и заканчивается в 15:36. Окруженный Кришной в рот. Кришна отправляет в рот Радхи и лист ветеля пальцами правой руки. Радха и Кришна гуляют по тропе синих деревьев. Гусь, чакравака печалится. Павлины начинают блаженно танцевать, лебеди пугаются. А самец птицы Чакора испытывает великое счастье. Эти противоречивые настроения радости и печали изначально созданы Господом Брахмой. Радхика и Кришна медленно-медленно идут по тропинке, которую показала им. Thank you.
Hare Krishna.
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare.
Перевод и комментарий во Божественной милости Шрилы Прабхупады. Верховная Личность Бога, Кришна, это источник всех воплощений. Господь Баларама, Его второе тело. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Джа! Дорогие верные, рассаживаемся сейчас. Джа! Джа! Джа!